Наконец-то я нашел тебя. Масакрик. Доктор Масакрик. Невероятно хорош собой. С отменным чувством вкуса. Как жаль, что такой приятный молодой человек оказался грёбаным психом! Кровь, кишки, насилие! И боль. Да, я страшный человек. Но, несмотря на мою тягу к насилию, я способен на творчество. Творить, создавать, лечить. Узрите же мой гений! Чего? Я создал ее, шил ее из котят, воскресил из мертвых, наделил сознание. Кстати, шапочка сам шил. У нее нет никого, кроме меня. Плохо ходит, поэтому никуда не сбежит. Она обязана мне жизнь. Бесконечно любит меня, мой маленький домашний зверек. И имя ей Ушка. 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 Ушка! Ну, хорош болтать, время для операции! Не могу вспомнить, это помогает забыть о страдании или быть в сознании. Ну, единственный способ проверить это... Ушка не подсматривает. Отнеси наверх. Внутрь не смотри. Внутрь не смотреть. Терпение, смирение и жертвенность. Какими бы ни были просьбы Масакрика, Ушка видела в них ключ к его сердцу. Она полезна, а значит нужна, а значит любима. Но все-таки в основе их отношений лежал... Страх. Я же сказал не смотреть внутрь. Неужели так сложно? Что тебе непонятно? Прости, прости, пожалуйста. Прости, я не хотела. Только не Ну ладно тебе, Ушка, что ты? Я же знаю, что ты бы никогда меня не ослушалась. Давай, иди к себе, я тут уберусь пока. Да, ты бы никогда меня не ослушалась. Так и живут Масакрик и Ушка в своем маленьком мире, две ебанушки, вдали от людей, деструктивных идей. Кто нам подскажет, кто здесь злодей?